Первый снег, который этой ночью выпал на юге России, привел к многочисленным авариям и заторам на дорогах. На трассе М4 в Ростовской области столкнулись сразу 13 машин. По предварительным данным, один человек погиб. Очевидцы аварии говорят, что дорога, покрытая снегом, превратилась в каток. В районе происшествия образовалась пробка. Затруднено движение на других участках магистрали. В самом Ростове также проблемы на дорогах. Машины заносят на скользких участках. По словам автоинспекторов, многие водители еще не поменяли летнюю резину, что стало причиной большинства ДТП. На шиномонтаж выстраиваются очереди. Похожие ситуации и в Краснодарском крае. Местами за одну ночь даже образовались сугробы.